Здравствуйте, мои дорогие! Я дед Еремей. Сегодня 21 декабря, и многие из вас отмечают День Ангела. Это день памяти святого, имя которого дано было христианину при крещении. Поздравляем с именинами Кирилла, что в переводе с греческого означает «господин», небесным покровителем его – является преподобный Кирилл Чалмогорский, просветитель чуди. В XII веке в городе Белоозере жил праведник по имени Кирилл. Подвязался он в обители преподобного Антония Римлянина, где 6 лет проходил послушание. А когда душа его возжелала уединения, отправился он в долгое странствование по пустыням. Так блуждал он 3 года, пока не пришел в дикую Каргопольскую сторону. Здесь, по указанию свыше, он избрал себе местом подвигов гору Чалму. Окружали святого Кирилла дикие злонравные племена языческого народа чудь, и много скорбей пришлось вынести подвижнику от них. Только святой Кирилл верил, что Слово Божье дойдет до каждого, кто услышит его. Так потихоньку язычники стали отказываться от рукотворных богов и принимать веру истинного Бога Иисуса Христа. В конце жизни святой Кирилл устроил обитель и храм в честь Богоявления Господня и отошел в горний мир в возрасте 82 лет. А еще своими молитвами к небесным заступникам мы поздравляем Потапия и Сергея. Не забудьте посетить храм, а если возможно, то и причаститься. С днем ангела вас, мои дорогие! Пусть все святые молят Бога о нас. Да хранит вас Господь!